Прямо с нашим домом имеется стадион. Мы закрываем наш ноутбук, больше не будем в нем сидеть, и идем на стадион, покидаем мячик. Сейчас я вам покажу, что такое жить в центре города. Со всеми кайфами. Симу забрала? Давай ты котика, а я мячик. Хорошо, давай, я котик, потому а ты что мячик. На котике шерсть, и у меня футболка черная. На черную футболку шерсть очень хорошая. Да просто скажи, котик тяжелее. Нет, не да. А вот, вот наша машинка стоит на стоянке. Она может вылазить, папа, держи ее крепко. Сейчас у тебя телефон вывалится. Почему? Будто Сима начнет пытаться вылезти. У тебя телефон. Вот, и это плохо, что я иду с телефоном, а ты идешь без. Зато его хорошо в кольцо кидай. Это мячик накачан специально, чтобы в кольцо кидать. Понятно? Да, мы идем какой-то дело надо искать. А, нет, мы идем в другую сторону. Ну, я скажу, если я его видела. Я не видела, а вдруг я увидела. Не знаю. Просто я здесь выходила. Когда ты здесь ходила? А? Во сне, что ли? Нет. Вдруг, я говорю, вдруг. Что есть? Вот он, стадион. Вот это вот и есть забор стадиона. По-моему, я этот заборчик видел. Он, да, это... Еще бы не видеть. Еще бы не видеть. Это какой? Нет. Вот огромный стадионище. Вот он, огромный просто стадион. Можно футбол гонять. Видишь? Но мы с тобой идем в кольцо покидать. Почему? Кто лазили наверх? Мы с Ирки решили прогуляться по городу Бердянску. Идем по улице Центральной. Или мы уже не по Центральной? По Центральной. А, уже Карла Маркса вон написано. Хотя, наверное, Карла Маркса уже нынче нету. Центральная, наверное. Маша, помаши ручкой. Маша. Мы же никуда не сворачиваем. Почему ты считаешь, что это? Так, здесь ничего интересного. Ну, наверное, это есть Центральная. Старинные домики кругом, новые девятиэтажки, светильники, люстры, бра. А нам стульчики надо найти где-то в хозтоварах. Давайте на гору поднимемся, посмотрим, что с горы, какой вид открывается. О, вот товары для дома. Давай а? Скорее всего, школа, наверное, да. Ну, обычный южный город, что ты хочешь? Мне нравится тротуар. Скорее всего, школа, видишь, закрытая. Тротуар, за который надо запинываться. Запить. Вот только что прошли частный сектор. Вышли к какому-то зданию. Бердянский Миский районный суд. О. Тебе суд не надо? Слава Богу.
Горсуд тут, значит. Ну, литовские номера. Здесь их целая куча. Никто ничего не запрещает, люди больше боятся. А вон гора, на которую все вон типа... Там лестница, по-моему, есть. Пойдем сходим? Я вам говорила, она дальше. Автомагазин, аптека. Вон 1000 мелочей, может 1000 мелочей зайти? Пошли. Сейчас поднимемся на горку, третье не было, к сожалению. И будем оттуда медитировать, глядя на город. Ну, идем наверх. Идем наверх. Пошли, пошли. Все, выключай. Снимай, как он поднимается. Пошли наверх. Надо про что-то говорить ведь, а не просто прыгать. Догоняй, папа. Обозрение бесплатное. Поднялись на гору, лавочки есть. Колесо, обозрение. Подожди, я бинокль возьму. Маша, бери бинокль. Так лучше. Вот так еще увидишь его больше. Я могу. Вот так больше увидишь его. Чик-чик-чик. Да. О, нифига себе, смотри, как круто. На горизонте вон, смотри, корабли. Не будь ненормальным, не позорь меня. Я Они меня позорят. А вон косу видно. Мы на уровне этого колеса обозрения. Даже выше, наверное. Или оно лучше? Мы выше.
Но ниже мы его видим, потому что... А, ну тоже нас видит. Если мы его видим. Значит, мы и ниже. Видишь, сколько кораблей на горизонте стоит? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот, ну только я вижу. Девять. А тут портовый город. А там на горизонте эти ветряки стоят. Видишь, смотри, сколько много. Весь горизонт ветряка. Вот, а получается, вон конец города, вон слева. А, прикольно, я бы на это здание хотела посмотреть. Там вот база отдыха, и там горячие источники, сказали. А мы пришли сейчас от этого желтого здания. Там мы вышли, пришли сюда. Вот так.